Всем привет. Скачал карту. Замело. Будем проходить. Ну там уже кратик. Сюда сначала. Право. На эту карту еще есть текстурка снега. Но пока что у меня ее нет. Точка подвески, машинка. Честно говоря, я ее уже проходил, эту карту. Ну не проходил, так ездил. Эта машина у нас вроде бы коцаная. Не, нормально абсолютно. Все. Сейчас, значит. Ой. Откроем точку. Это по сути должен быть снег вместо обычной земли. У меня текстурки нету, я такой не скачал. Улица ездит. У нас есть машинка, нам сейчас можно ее просто отбуксировать в гараж, и там вдали еще есть КамАЗ. Сейчас мы возьмем его, этого кразика. Там гараж вдали. Сейчас надо немножечко подтянуть. Так, не коцать машину. Все. Гаражик. Разгружаемся.
Смотри, не везде. Машины никакой. Ну, сейчас не надо. Просто ехать с автоматиком. Ого. Просто смотрите, как ее заносит. Как будто бы лед. Такое чувство. Возможно, тут и лед. Опять же, я текстурку не скачал. Тут как будто бы снег замел дорогу. Знаете, блин, не такая жесткая, как в оригинальных картах. Тут такая она более проходимая. Поспустим колеса. Меньше загрузали. Вот, смотрите, просто вот так видимся. Вообще круто. Согласитесь. По сути, тут дорога, тут я размеру. Доехать. Он КамАЗик уже. Виднеется. Сразу загружает. Не помню, что с КамАЗом. Сейчас посмотрим. Он поврежден. Полностью. Сейчас мы, короче, его привезем в гараж. Забуксируем. Откроем гараж, и он будет целый. Выйдем с него впереди. Колеса приспустим. Сейчас нам самое главное его вытащить из болота. Низком давлении попробуем доехать. Ну так вот не спешим. Или спеша. Тут точка разведки где-то в лесах. Потом разведаем.
Нам сейчас главное гараж открыть. Загружаем. Будем сейчас так потихоньку ехать. Не помочь так ехать. Что делать? Ну, лежал вроде бы. Там дальше легко ехать. Давление много. Колеса. Немного ударились. Поедем. Нифига себе, залетели. Бах. Все прекрасно. Мы готовы. Мы почти готовы. Разведать. Ну как бы мы уже готовы. Просто там еще есть шишига. Нет, это наверху, я помню. Еще проблема, я не знаю, на чем возить грузы.
Ну тут из нормального как раз только и все. Просто такое есть. Ну, КамАЗ это такое дело. Особо не едущий. Вот. Но сейчас нам надо разведать территорию немного. Я помню, я тут вылезаю. Точки разведки. По этим скалам. Уже взять запаску с собой. Давайте возьмем. Вот такие вот колеса бы желать. Вот с собой бы взял вот такую штучку. Будет нужно. Если мне так повреждаться будет. Сейчас мы будем тут выезжать. Что-то мне бежать много. Тут лучше на высоком давлении проходить. Лучше так-то вот сюда бы. Видите урон? Тут можно выйти. Так, стойка. Сейчас вот туда. Сейчас, значит, так сделаем. Тихо, тихо. Теперь вот так. Ну все, залезли. Вот совершенно. Но она, в принципе, здесь не нужна. Я так считаю. Ни топлива нет. И, типа, ну, да зачем она нам? Так, сейчас давайте восстановимся, наверное. Или поедем сначала в точку разведки. А потом восстановимся и сюда поедем.
она на низком давлении вообще офигенно едет. На автомате еду. Вообще идеально. На вторую умудрился переключиться даже. Не на ту. Ужас убил. В горку. Просто. Чего? В горку выезжает. По таким сугробам. Надо покрышки на глине поднять. Чтобы можно было выехать. Ну, сразу. Все, вот это точки сбыта в одном месте, лесоповал там где-то. Ну короче, тут путь такой большой проделать можно. Ну а мы останавливаемся и нам бы наверное сейчас подогнать этот кролик, чтобы далеко не ехать заправляться. Идеально просто. И залетели. Лучше не видал. У нас почти все машины кражи. Сейчас заправляем эту. Не знаю, брать болотоходы или на этих ехать. Потому что эти тоже не хочу. Наверное, это растянется на части так 4 или даже 5. Выше карты реально много проходить, точнее много ездить. Вот. Идем, наверное, на кружочек. Я знаю, что мы возьмем. Вот такой вот прицеп мы возьмем, который хилит на прохождении широкой реки, помните? Так какую резину врач, я не знаю. Повыше такой. Возьмем такую, наверное. Сейчас, наверное, поспим.
Вообще идеальное время. Что, поехали? Четыре очка сразу так перевезем. Будем смотреть, чем лучше перевозить, каким прицепом. Вроде бы тут есть автоматическая погрузка. Если нету, то облом. Жесткий облом. Спустим сейчас давление лучше. Чтобы дорогу тут не убивать. Что она нам еще нужна? О, сюда не хватало. На тонких колесах хорошо едет. Едут. Началось. Тут же сразу будет много. Блин, потому что дорога не вечно тут. Дальше я не был, честно. Как будет прицеп проходить везде это? Этот ужас. Непонятно. Причем он будет еще груженный. Это жестко будет на дороге. Ну так, если ехать в таком режиме, то вроде окей. Только долго. Должна сразу большая партия выйти. Вот тут я не был уже. Это точно. Здесь там реально автопогрузка есть. Потому что если нет, то это такой себе. Тут холмики. Опа. Тут дорога что-то. Не, все нормально.
второй пиздач едем. Круто. Опа, мостик. Как мы его пройдем? Думаю, нормально должны пройти. Вон тут срываться некуда. А если с бревнами или то такое может быть. Заповал наверху тупо. На той дороги нету. Ну да. Под наклон такая. Хардкор. Нифига себе, а как мы будем тут съезжать? Мы же перевернемся только. Давление надо повыше. Да? Давай, давай, давай. Кразик. Пожалуйста. Какое самое главное препятствие? Наверное, там придется обижать, потому что мы там не выйдем. Мы перевернемся. Скорее всего. Точно, я уверен. Да, тут погрузка есть. Прекрасно. Причем такая большая опасная зона. А тут спуститься интересно получится. Что, загружаемся? Блин. Как мы доедем? Там умрем, походу, мы там не спустимся. Надо прицеп 5 секунд. Прицеп убит. Убит тупо. Надо перевернуться, может. Да. Значит, пониже давление. Тут, наверное, лучше на болотоходах этих. На стандартной резине. Как он там пишется, кровушкой. Тут лучше не гнать. Потому что сорвемся и все. Смотрите, смотрите просто. Я же говорил. Смотрите, смотрите, что делается. Говорил. Говорил. Надо бежать тупо и все. Но это в следующей серии. Короче, мы будем знать, что делать. Кашу я так все оставлю. Блин, реально жесткая карта. Смотрите, его стаскивает. Надо было, блин, туда, но я выворачивал, а он тупо, он не выворачивается. И надо, наверное, ехать, брать сюда платформу, 2 очка, и сюда 2 очка, смотрите, стаскивает. Капец.
большая в этом. Ушел уже все. Смотрите. Да. Ладно, всем до скорых встреч. Увидимся на канале.